До новогодней ночи осталось совсем немного времени. Сотрудники МЧС и полицейские на праздничные дни перешли в усиленный режим несения службы. Спасатели напоминают о правилах безопасности, особенно при использовании пиротехнических средств. Для запуска петард и салютов в автономии оборудовано 55 специальных площадок. Не рекомендуется использовать фейерверки вблизи жилых домов, гаражей и других строений. Запрещается передавать пиротехнику детям. Бенгальские огни не стоит зажигать в помещении. В процессе горения выделяются вредные вещества. Список площадок для запуска петард можно посмотреть на сайте областного чрезвычайного ведомства. Если собрались покупать фейерверк, нужно, купив его, посмотреть, чтобы была инструкция на русском языке, сертификат соответствия. И прочитать, ознакомиться с этой инструкцией, и там как бы указаны все требования безопасности. Нужно устанавливать пиротехническое изделие на основание, чтобы оно стояло прочно, как-нибудь обсыпать его, чтобы оно не двигалось.